А еще моя невеста здорово готовит плов. Тоже мне редкость. Она у тебя что, узбечка? Русская? Ну из Ташкента. Вот приедешь ко мне на свадьбу, узнаешь, каким должен быть настоящий плов. Ой, рыжий, ты даешь. Романтика. Не, я не женюсь никогда. Зачем мне жена? Самое дорогое, что есть у человека, это его свобода. Она у тебя хоть знает, чем ты занимаешься? Зачем ей? Военные, точка. Зачем тебе при твоей профессии жена? Вот сам подумай, сегодня ты в Москве, а завтра по уши в песке. Как кактус рыжий. Валдай, мы на месте. Понял, ждите. По нашей информации, Бриннер в Сирии. Гребень, бинокль. Группа, занимаем позиции. Командир, пора бы им появиться. Может, сменили все-таки точку встречи? Не суетись. Меньше суток прошло. Легко сказать, не суетись. А у меня от этих холодных камней вся спина затекла. Ну, хочешь, я тебя могу спинку почесать? Я и от русской баньки не откажусь, с кружечкой холодного пивка. Ты же мусульманин, Карим. Алхамдулля, мусульманин. Так какая тебе русская банька, какое пиво? Безалкогольный рыжий. Так, внимание, вижу движение. Кажется, наш клиент. Валдай, черный пес на связи, как слышно? Слышу тебя, черный пес. Вижу джип. В вашем районе дежурит птичка. Работайте по протоколу 8. Грех, работай.
Запуск произвел глаз в небе. Ориентировочное время визуального контакта 40 секунд. Валдай, визуально опознали объект. Это Бриннер. Приветствую дорогого гостя на нашей земле. Здравствуйте. Как доехали? Отлично, господин Галани. Благодарю вас. Майкл. Валдай, покупатель визуально идентифицирован. Это Галани. Вас понял, продолжайте наблюдение. Хаким Аль-Галани. Первый, дальность позволяет, могу снять прямо сейчас. Ответ отрицательный. Скажите, Бриннер, почему вы нам помогаете? Думаете, я агент ЦРУ? А разве нет? Сомневаюсь, что мой ответ вас переубедит. Как скоро вы переведете деньги? Мы переведем деньги. Как только вы обеспечите доставку груза в Европу. Я вас понял. Мои люди работают над этим. У меня для вас подарок. Что за... Валдай, черный пес, как слышно? Черный пес, слышу тебя. Валдай, у них заложник. В бой не вступать, ваша цель Бриннер. Колони беру на себя. Так точно. Это один из тех, кто следил за нами во время последней встречи. Что он вам рассказал? К сожалению, ничего. Хотя Джафар очень старался его разговорить. Думаю, вы согласитесь, что хорошая сделка скрепляется кровью. Удовлетворены? Пусть это будет уроком для людей, которые его сюда отправили. Мои парни проводят вас. Так надежнее. Буду вам очень признателен. Всего хорошего. Thank you.
Огонь! Карим прикрывают, группа захвата вперед. Есть прикрыть! Браво! Прикрой! Агивап! Я сдаюсь. Агивап, don't shoot! Не стреляйте! Из машины выжал! Агивап! Я сдаюсь! Don't shoot! Please, пожалуйста, don't shoot. Не стреляйте! Группа! Связь! Командир, есть связь. Говорит майор Звягин. Дальнейшее управление операции передано мне. Код 1-4-22-17-5. Принял. Командир, центр на связи. Валдай, черный пес на связи. Задание выполнено. Код Кабул 6. Приказываю доставить объект в квадрат 9. Координаты высылаю, как понял? Вас понял, Валдай. Доставить квадрат 9. Странно, что сменили пункт назначения. Координаты получены, Валдай. Ждем вас не позднее 19:30. Конец связи. Может, страхуются, чтобы духи не перехватили? Лично я предпочитаю лишние вопросы не задавать. Уходим. Валдай, черный пес на связи. Вы в пределах видимости. Подтвердите. Черный пес, подтверждаю. Код 4. Это они. Чувствую, буду по вам скучать. Привет, черный пес. Рад встреч. Майор Звягин. Моя задача вас вывести отсюда. Где малыш? У него сейчас другое задание. Где вертушка? Вертушка будет через 2 часа. Заберет вас здесь. Пленника мы доставим точно к вылету. Вы что, его забираете? Да. Кое-кто хочет с ним переговорить. Карим. Я не понял, какие-то проблемы? Как говорится, у нас товар, у вас купец. Это было у него в машине. Молодцы. Отлично сработали. Когда я смогу связаться с Малышевым? Он сам с тобой свяжется. Что-то не так, командир? Да нет, все нормально. Летим домой. Так, ну все, мы на точке. Группа, привал. Командир, через 8 часов будем дома. Да. Завалимся в какой-нибудь кабак. Отпразднуем окончание операции. Как тебе такой план, рыжий, а? Не, я к невесте. Чего? Я к невесте. К невесте. Вертолет на подходе. Командир, что-то они задерживаются. Что-то здесь не так.
мне! Давай его! Давай быстрее! Карим, помоги! Давай его! Давай! Валдай, посадку завершил. Возвращаюсь на базу. Что это было, командир? Еще немного, и они бы нас накрыли. Задыхается. Что от них? Это не Брина. Чего подменили? За борт его. Я сказал, за борт его! Давай! Давай его! Слушаю. На блокпост в Сирии вышел наш офицер. Велика вероятность, что он из группы Малышева, которая пропала 1.5 года тому назад. Сейчас тебе отправят координаты места, куда его доставили. Ты включена в группу следователей. Легенда – психолог-криминалист. Задача – узнать, кто он, и если все подтвердится, обеспечить его безопасность. Координаты получены. Принято. Выполняйте. Извини, спать на допросах не положено. Я тебя в сотый раз спрашиваю, кто ты такой? Не помню. Я уже слышу это третий день. И как вышел на блокпост, тоже не помнишь. Сказал, что ты офицер. Это ты помнишь? Память потерял. Но хватит! Ты думаешь, я поверю в эту сказочку? Нужно придумать что-нибудь более достоверное. Душно. 3 года бью, чтобы поставили сюда кондиционер, а все без толку. Почему он в наручниках? Во время задержания вел себя неадекватно. Ударил сотрудника. Так что мера пока вынужденная. Угу. О, извини, я не предложил тебе воды. Ты знаешь, один мой знакомый кардиолог советует в таких ситуациях пить часто. Понемногу. И желательно с лимончиком. У него были при себе документы? Нет. Только вот это. А что это? Вы делали экспертизу? Таблетки кустарного производства на растительной основе с небольшим содержанием морфина. Скорее всего, использовал как снотворное или обезболивающее. Видела такие в Курдистане. Вы были в Курдистане? Пришлось. Северный Ирак, 1.5 года назад. Кстати, а ты как жару переносишь? Наверное, привык в Сирии. Как ты там оказался? Хочешь говорить? Как ты там оказался? Отвечать! Ты кто такой? Я офицер. Звание! Номер тактики! Не хочешь по-хорошему?
Ладно, тогда будет по-другому. И не таким, как ты, языки развязывали. Вы есть Смирнова? Из Москвы? Так точно, прислали вам на помощь. Только вас нам и не хватало. Позвольте мне с ним поговорить. Ну вот, 170 на 110. За последние 3 дня я только слышу от него. Не знаю, не помню. Ну, поговорите. Только у меня есть одно условие, точнее, 2 условия. Не успели приехать, уже ставите условия? Во-первых, снимайте с него наручники, во-вторых, возвращайте лекарства. Валяйте. Будем считать это актом доверия. Ваши лекарства. Бесполезно все это. Только зря рискуем. Пусть хотя бы попробует. Меня зовут Ольга. И если вы не против, я хотела бы задать вам несколько вопросов. Вы знаете, кто вы? Помните, что с вами произошло? Мне сказали, у вас контузия. Небольшая потеря памяти в таких случаях не редкость. Я понимаю, что вам тяжело, но позвольте мне вам помочь. Итак, вы вышли на блокпост. Постарайтесь вспомнить, что там произошло. Подними руки. Я без оружия. Похоже, русский. Откуда он здесь? Обыщи его. Снайпер, там.
была девочка. Она жива? Офицер, который доставил его сюда, сказал, что он спас сирийскую девочку во время обстрела. Да, она жива. И спасли ее вы. Примерно лет 10. Как моей дочери. У вас есть дочь, ей 10 лет. Возможно, сейчас уже больше. 11. То есть вы не видели дочь больше года? Да. Как ее зовут? Загадывай желание. А вашу жену? Марина. Спросите, кто он и как оказался в Сирии. Получается, вашу дочь зовут Алина, вашу жену Марина. А вас? Как зовут вас? Разрешите представить, майор Рубцов, руководитель вашей группы. Полгода назад была создана служба информационной безопасности, СИБ. После терактов в Европе к нам присоединились представители более 10 стран. Задача центра – совместно противостоять современным, как теперь любят говорить, вызовам. Это в первую очередь международный терроризм. СИБ работает по трем направлениям. Агентурная разведка, электронная разведка и наше подразделение. Цель которого – непосредственная ликвидация внешних угроз. Вопросы есть? Но если ликвидация, вопросов нет. С этой минуты род ваших занятий и местонахождения – составляет государственную тайну. Майор Рубцов. Служба информационной безопасности. Мать моя, она Конечно. Его почти Значит, расколола. Майор Рубцов, служба информационной безопасности. Да. Насколько я знаю, при себе нет никаких групп быстрого реагирования. Есть. Была, во всяком случае. Одна. Не верите? Свяжитесь с полковником Малышевым, он подтвердит все мои слова. Ну хорошо, допустим, подразделение, о котором вы говорите, существует или существовало. Но что вы делали в Сирии? Вот наш объект. Грег Бриннер. Международный торговец с оружием. Разыскивается спецслужбами 10 государств.
Наш человек, внедренный в ИГИЛ, сообщил, что именно он ведет переговоры с руководством группировки. Ему удалось сделать это фото месяц назад, во время визита Бриннера в Сирию. Новая встреча произойдет через несколько дней. Предположительно, вот здесь. А известно, в чем суть переговоров? По нашим данным, речь идет о передаче компонентов оружия, которое никоим образом не должно оказаться в руках боевиков. Но остальное, надеюсь, он расскажет нам лично. Мы должны были взять Бриннера. Это он? Да. По нашим данным, Бриннера ликвидировали американцы. Послушайте, если вы будете молчать, мы не сможем вам помочь. Вы понимаете, как важно то, что вы сейчас рассказали? Что-то случилось. Если выберешься, найди этого шайтана. И разберись с ним. Врача позовите! Слушаю. Ну что, это он? Да, это он. Информация подтвердилась. Он вспомнил, что там произошло? Пока нет. Надеюсь, что вспомнит. Заговорит, сразу дай знать. Да, конечно. Ольга, подождите. Да? Должен сказать, это было здорово. Отличная работа. Спасибо. Ему понадобится консультация кардиолога. Неплохо было бы сделать МРТ и выписать рецепт. Он должен поспать хоть чуть-чуть. У нас есть врач, я дам распоряжение, хорошо? И я хотела бы сама за ним понаблюдать. Пожалуйста, но мне кажется, вам тоже нужно отдохнуть. День получился утомительным. Я не устала. А впрочем, думаю, моя гиперактивность – это следствие стресса. Это из-за телефонного разговора? Нет. Звонила мама, она переживает, если не ночую дома. А вы не поедете сегодня в Москву? Я сняла номер в отеле неподалеку. Вас проводить? Спасибо, сама доберусь. Впрочем, в отеле есть неплохой бар. Если хотите, можем отметить начало совместной работы. До встречи. Давай за ней. Первый, мы ее ведем. Понял вас. Здравия желаю, Петр Константинович. Ну, привет, Самарин. Ну вот. Понятно. Значит, майор Рубцов, служба информационной безопасности.
Насколько я знаю, при себе нет никаких групп быстрого реагирования. Больше ничего не сказал? Пока нет. Есть. Была во всяком случае. Ну, вспомнил. Кто он? Уже хорошо. Свяжитесь с полковником Малышевым. Ну, о том, что он там вспомнил, это еще бабушка надвое сказала. Но за информацию спасибо. А вы почему интересуетесь? Личное. Тогда, может, поделитесь, как говорится, информация за информацию. Операцию проводил СИП. Курировал лично Истомин. Группу набирал Малышев, кого откуда. Все засекречено, его условия. О том, кто возглавлял группу, неизвестно. Только оперативный позывной. Черный пес. Так вы считаете, что он и есть черный пес? Не знаю. А Малышев? Пропал без вести, как и вся группа. Была версия, что их там ждали. Так значит, в Сибе был крот? Был или есть, не знаю, но исключать эту версию нельзя. У него в Минске жена есть. Хорошо бы было провести опознание. А я уже сделал официальный запрос. Нет, торопиться не надо. Здесь надо все сделать аккуратно. Без шума. Есть у меня там свои люди. Попрошу их, чтобы помогли. Добро. Ну, а за девчонкой присматривай. Ну, давай, Самарин, если все сделаешь правильно, большим повышением пахнет. Спасибо, Петр Константинович. Давай. Простите, не могла говорить. Тебе придется задержаться. Да, я остаюсь. Учти, пока не стоит никому доверять. Я понимаю, что осторожность не повредит. Как тебе они? Один из них неплохой парень. Возьми его в разработку. Попробую. Важно, чтобы он стал на нашу сторону. Нет, этого я обещать не могу. Держись легенды. Тебя будут проверять. Да, они установили за мной наблюдение. Если что-то пойдет не так, сразу сообщи. Да, как только что-нибудь узнаю, сообщу. Есть. Что у вас? Один из них выжил. Как это получилось? Не знаю как, но он добрался до наших в Сирии. Где он сейчас? На спецобъекте под Москвой. У меня там свой человек, ситуация под контролем. Действуйте. Он не должен выйти оттуда. Добрый вечер. Добрый вечер. Что будете пить? Здесь мешают отличные коктейли. О, нет, никаких коктейлей.
Что-нибудь покрепче? Знаете, что меня больше всего удивило сегодня во время допроса? Что же? Спасибо. Ваше спокойствие. Личность стабильна, пока на нее не окажет влияние какой-нибудь очень сильный внешний фактор. Отличное начало. Как же мы будем с вами завтра работать? Завтра будет завтра. А сегодня, я думаю, мы можем немного расслабиться. Угу. Извините. Я прошу прощения. Хочешь, Самарин? Я пробил ее по нашим каналам. Информации ноль. Все засекречено. Если сможешь, попробуй ее разговорить. Но будь осторожен. Ясно. Тебя слишком долго не было. Я хочу задать тебе один личный вопрос. Мне кажется, на сегодня допросов достаточно. А это не допрос. Это просто дружеская беседа. Ну хорошо, спрашивай, только рассказывать особенно нечего. То есть? Ну, то есть у меня сейчас никого нет, если ты об этом. Был один, но недолго. Я часто уезжала, и он... Стал изменять? Что-то вроде того. Ну, прямых доказательств у меня не было. Мне они не нужны, я всегда вижу, когда мне лгут. Профессиональные особенности. Мы расстались, точнее, он сбежал, когда я прижала его к стенке. Ясно. А у тебя? Была жена. Ага. 2 года назад расстались. Ушла? Да, не смогла привыкнуть к особенностям профессии. Ох уж мне эти особенности профессии. Откуда ты взялась? Ты, конечно, имеешь в виду не маму с папой, да? Кто тебя прислал? Секретная информация. Мне сказали, что у вас трудный случай, вам нужен психолог. Ты психолог? Не очень хороший, мама говорит. А трудный случай вообще не мое. Самарин сказал, что тебе нужно опасаться. Ты как думаешь? А я думаю, что он прав. Как вы себя чувствуете? Вы готовы продолжить допрос? Да. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Что такая девушка, как я, делает в контрразведке? Я думаю о том, что такая девушка, как вы, вообще редкость. Пытаетесь обольстить? Увы, ничего не получится. Не интересуюсь женатыми мужчинами. Итак, вы вчера сказали, что у вас есть жена и дочь. Вы их видели накануне отъезда в Сирию? Да. У дочери тогда был день рождения. Днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С
днем рождения, Алина! С днем рождения тебя! Загадывай желание. Так, кому самый большой кусок? Давайте, наваливайтесь. Налетайте. Я сейчас. Так, держи. Алексей, Мариночка. Как неожиданно. Добрый день. Хотел поздравить вас с рождением вашей дочери. Спасибо. У меня есть для нее подарок. Алина! Пойдемте. Алин! Посмотри, кто приехал. Дядя Леша! Алина, у меня для тебя подарок. Вот такие спасибо. Часики. Спасибо! Я всегда о таких мечтала. Пожалуйста. Папа, смотри, какие мне дядя Леша часы подарил. Красивые. Марина, вы сегодня потрясающе выглядите. Спасибо. Познакомьтесь, это Алексей, папин деловой партнер, приехал из Нью-Йорка. Алексей, как я рад тебя видеть. Здравствуй, дорогой. Взаимно, добрый день. Алексей. Алексей, я не хотел бы, чтобы посторонние люди дарили моей дочери такие дорогие подарки. Алексей, пойдем выпьем за мою внучку. Пойдем, пойдем. С удовольствием. Пойдем. Я очень рад, что ты приехал. Валя, встречай. Андрюш, ты чего? Что этот хмырь делает в нашем доме? Ну, во-первых, это не хмырь, это папин друг. Во-вторых, он его, наверное, пригласил. Ну, в конце да. концов, это теперь мой непосредственный начальник. Так что спасибо папе. Я всегда знал, что твоему папе нравятся подобные типы. По-моему, он в тебя влюблен. Рубцов, ты неисправим. 2 месяца тебя не было, а сейчас ты хочешь закатить мне сцену ревности? Пусть скажет спасибо, что я сразу не вышвырнул его в окно. Спасибо. Извини. Да. Да, да. Да, я понял. Сейчас буду. Что-то случилось? Кто звонил? Андрюш. Прости, но мне прямо сейчас нужно ехать. Я пойду собирать вещи. Нужно уехать. Всего на 2 недели. Машина будет через 20 минут. Ты что с нами делаешь, Андрей? Я пытаюсь защитить вас, тебя и Алину. Где? Ты где нас пытаешься защитить? Где-то там? Твоя жизнь здесь. Твоя семья здесь. Здесь я и Алина. Ты должен быть с нами. Ты знаешь, сколько раз я тебя видела за этот год? 10 я посчитала. У меня плохое предчувствие. Я уверен, в этот раз твое задание закончится чем-то ужасным, чем-то непоправимым. Всего на 2 недели. 2 недели, обещаю.
Нет, это все нужно прекращать. Ты что, Портнов, белины объелся? Я не уверен, что у нас есть соответствующий уровень доступа. И у нее, кстати, тоже. Прошло уже полтора года, информация устарела. Да при том, если он говорит правду. Все, что он наплел тут про свою семью, все это маловероятно. А если это правда? Нет, я считаю, что нужно все тщательно проверить, иначе таких дров наломаем. Уволят без выходного пособия. Это тебя твоя новая подружка настропалила? Хотя ты прав, Паша. Надо все проверить. Не стоит докладывать наверх россказни этого психопата. Значит так, на сегодня все. Я уеду на пару дней. Не может быть, чтобы об этой операции никаких следов не осталось. Ну, а ты присмотри тут за Смирновой и не выпускай ее до моего приезда. Все понял? Понял. Молодец. Оля, я хочу с тобой поговорить. Если вы о том, что произошло вчера, я думаю, вы правы. Согласна. Не нужно ничего продолжать. Еще какие-то вопросы? Я думал, что мы вчера перешли на «ты». Это все? Нет, я хотел поговорить насчет Рубцова. Угу. Ты считаешь, он говорит правду? А как считаете вы? Помнится, вчера вы хвалились своей интуицией? Ну, вы тоже сказали, что можете отличить правду от выдумки. Когда обычный человек говорит неправду, это очень легко определить. Я имею в виду, если он психически здоров. Но если есть отклонения, были травмы или контузия, здесь сложнее. Ну, хотя бы потому, что он сам может быть полностью уверен в том, что говорит. То есть вы хотите сказать, что он может выдавать себя за кого-то другого и сам этого не осознавать? Вполне. Он очень правдоподобно рассказывал про свою семью. Мы проверили. Действительно, Марина Рубцова проживает в Минске. Угу. Со своей дочкой Алиной. Хорошо, но, может быть, он провел с настоящим Рубцовым какое-то время в экстремальной ситуации. Потом травма. Чужие воспоминания перепутались со своими. Такой перенос вполне возможен. И это можно проверить. Но в таком случае у меня к вам будет еще одна просьба. Я бы хотела пригласить Рубцова на прогулку. Зачем? Ну, чтобы наш разговор не выглядел как допрос. Он же никуда не сбежит. И смена обстановки может оказать нужный эффект. Поможешь? Да. Но для этого мне нужно будет нарушить с полсотни инструкций. Не сейчас. Таким образом, используя свободные средства нашей компании, за 3 месяца получаем дополнительный доход в размере 37%. Лично я считаю, что предложение Алексея по сделке с американцами можно поддержать. А какие гарантии? Гарантии? Вот у меня справка, выданная американским казначейством, где видно, что у наших партнеров достаточно средств, чтобы перекрыть все наши возможные потери. В таком случае, чего мы ждем, господа? Почему не начинаем работать? Не хватает подписи Марины Николаевны. Прости, папа, я не успела еще ознакомиться с документами. Тогда поторопись, потому что нам очень нужны эти деньги. Господа, спасибо. На сегодня все. Алексей, да? Я улетаю навстречу. Вечером созвонимся и все еще раз обсудим. Договорились, спасибо. Марина, извини, можно тебя на секундочку? Да. Я хотел бы с тобой поговорить. Присядь, пожалуйста.
Ты же знаешь, как для меня важен этот проект. Я готовил его почти год. Не могу дождаться ответа. Я думаю, Илюша. Думаю. Что-нибудь случилось? Мне сегодня утром позвонили насчет Андрея и сказали, что я должна срочно приехать, подписать какие-то документы, опознать фотографии. Я ничего не понимаю, что происходит. Можно я сегодня пораньше уйду? Я могу отвезти тебя. Нет, спасибо, не нужно. Леш, я тебе очень благодарна. Ты настоящий друг. Марин, я не хочу быть твоим другом. Я хочу быть твоим мужем. 2 недели тому назад я сделал тебе предложение. Пожалуйста, когда ты мне сможешь дать свой ответ? Точно не сегодня. Прости. Как вы себя чувствуете? Намного лучше. Когда я вас первый раз увидела, знаете, вы мне показались таким... Ненормальным. Необычным. Но я не это хотела сказать. Поверьте, я видела людей в состоянии похуже вашего. Но вы меня зацепили с первого взгляда. Чем? Тем, что у вас есть тайна. И мне бы очень хотелось ее узнать. Вы любите вашу жену? Не знаю. Не помню. Не помните что? Хорошо, если вы считаете, что это слишком личное, можете не рассказывать. Не могу вспомнить ее лицо. Сегодня проснулся утром, а вспомнить не могу. Ну, расскажите то, что помните. Забрать его! Я сказал, забрать его! Давай! 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 Командир, слышишь меня? Что? Слышишь меня? Где ребята? Какие потери? Нас осталось только 2. Вон они едут! Уходим быстро! Быстро не получится, командир! Извини. Давай, давай, вставай!
Командир, конечная станция. Далеко все равно не уйдем. Оставь меня. Давай, Карим, вставай, говорю. Вставай, уходим, все. Джафар, осмотрите весь квадрат. Их было шестеро, не считая пилотов. Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь. Ищем тела солдат. Найдите мне шесть трупов. Командир, расклад, значит, такой. Я остаюсь. Я остаюсь, командир! Я сюда. Прекратите истерику. Уходим. Уходим вместе. Давай, давай. Двое ушли. Далеко не уйду. Ищите их. Махмуд. Вот они. Взять. Двое наверх, остальные вперед. Ты живой? Жив. А? Жив. О чем думаешь? О чем думал? Да вот жену вспомнил. И дочку. Как чувствовал, не отпускала. А ты? А я обещал, что вернусь. А вот обещание надо выполнять, командир. Я тебя прошу, ты уходи. Я в горах вырос. В горах и умру. Все, заканчивай, а? Только прошу тебя, если выберешься, найди этого шайтана и разберись с ним. Гранатомет. Быстро. Но там наши люди. Плевать. Стреляй. Что вы здесь делаете? Разговариваю с вами. Я не об этом. Зачем вы здесь? Я хочу вам помочь. Гуляете? На, ознакомься. Уезжайте немедленно. Вы в опасности. Когда все закончится, они попытаются вас достать. А я говорил. Он не тот, за кого себя выдает. Да и она тоже.
Что случилось? Мы еще не закончили. Забирайте его. Он что-нибудь вспомнил? Да, их группу подставили, и Брин жив. Что это? Это досье на Рубцова. На настоящего Рубцова. И откуда это у вас? Это не важно. А важно то, что около года назад майор Андрей Рубцов погиб в ходе сложной антитеррористической операции, похоронен в Минске. Но я сомневаюсь. Надо сделать эксгумацию. Не получится. Тело кремировали по просьбе его жены. Угу. Есть экспертиза ДНК, которая подтверждает, что Рубцов давно на том свете. Мне надо в Москву. Я ненадолго, завтра вернусь. Нет. Я тебя не понимаю. Ты останешься здесь. Ты серьезно? Более чем. И отдай мне, пожалуйста, свой мобильный телефон. Оба. Я пленница? Не говори глупостей. Просто хочу понять, кто ты такая. Значит, ты продолжаешь утверждать, что твою группу подставили. Час от часу не легче. Вы ему не верите? А вы ему верите? Да вы что, не видите, что над нами издевается? Или это наркота у тебя такая забористая? Может, ты еще и голоса в своей голове слышишь? А? Да, слышу. Я часто просыпаюсь от того, что слышу их голоса. Карима. Рыжего. Ведь мне пришлось их там оставить. Понял. На минуту. Сип направил сюда своих людей. Скоро они будут здесь. Сказали немедленно прекратить допрос и отдать им Рубцова. Может быть, все не так плохо? Пускай забирают. Паша, не будь идиотом. Наверху хотят проверить, как мы работаем в нештатной ситуации. Если провалимся, значит, спишут. Ну все. Пора его колоть. Хватит цацкаться. Вы позволите? Итак, продолжим. Вот протокол опознания. Вашей так называемой жене показали вашу фотографию. И вот что она написала. Лицо, предъявляемое на фотографии, мне незнакомо. С моих слов записано верно, мною прочитано. Подписи понятых и так далее и тому подобное. Кто проводил опознание? Какая разница? Важен результат. Значит, надо устроить очную ставку. А больше ничего не хотите? А теперь коротко и внятно. Кто ты такой? Откуда? На кого работаешь? Кто ты такой? Я майор Рубцов. Вы не Рубцов! Послушайте! Если вы так уверены, давайте предоставим ему возможность поговорить с женой. Вы имеете в виду жену настоящего Рубцова? Да. Действительно. Почему бы и не поговорить? Как я сам до этого не додумался. Я надеюсь, вы помните номер мобильного телефона своей жены? Не? А, не помните. Да, потеря памяти. Понимаю. Тогда я наберу его сам. Прошу. Звонить в такую рань – это просто неприлично. Ты, кстати, помнишь, что я обещала Алину отвезти в школу? Я поэтому приехал пораньше. Да, алло.
Говорите громче, вас не слышно. Марина, это я. Андрей. Кто? Марина, это я. Мой муж? Андрей Рубцов, он погиб. Пожалуйста, не звоните сюда больше. Что и требовалось доказать. Случилось? Кто звонил? Никто. Ошиблись номером. Что вы собираетесь делать? Сейчас мы поможем нашему коллеге все вспомнить. Введем сыворотку правды, и тогда поговорим, да, Рубцов? Вы в своем уме, он может не выдержать. Ну-ка, не рыбаться! Забери у него пистолет! Пистолет забери! Спокойно, брось в угол! Ключи от наручников дай ей! Ключи! Давай. Стул встал ближе. Стул встал. Сели на стул. На стул. Наручники надели. Предельно внимательны. Они могут оказать сопротивление. Иначе я ее убью! Не стрелять! Пропустите их! Где твоя машина? Вон впереди. Не стрелять! Доставай ключи. Открывайте дверь. Кто вы такой? Думаю, ваш коллега прекрасно знает, кто я такой. Генерал-майор Истомин, начальник службы информационной безопасности. Ну и что здесь произошло? Или вы не получили указание остановить допрос Рубцова? Получили, но... Заткнись. На каком основании вы нарушили приказ и продолжили допрос Рубцова? Если со Смирновой что-то произойдет, я вас обоих под суд. Трудно было поверить в то, что он здесь говорил. У нас есть досье.
Это не Рубцов. Настоящий Рубцов погиб. Это Липа. Где вы взяли эту папку, Самарин? Кто вам ее дал? Запись допроса велась? Конечно, согласно протоколу. Я хочу ее увидеть. Портнов, вы пойдете со мной. А вы, Самарин, изложите все письменно, шаг за шагом. Бумагу и ручку вам предоставят. Товарищ генерал, значит, все, что рассказал Рубцов на допросе, это правда? Это не вы его допрашивали, а он вас. Почему вы мне помогаете? Потому что поверила. Надеюсь, что не ошиблась. Иначе получу от начальства. А. То есть сначала помогли мне бежать, а теперь боитесь получить по башке от начальства? Вроде того. У меня был приказ вытащить вас любой ценой. Получается, вы все знаете, кто я такой? Я до сих пор не знаю, кто вы такой. Оставь ключи в машине, забирай вещи и уходи. Вы серьезно собираетесь оставить меня здесь? Мне нужны деньги. У вас есть? Есть. Возьмите. Спасибо. Надеюсь, вы справитесь. Вы не сможете долго обходиться без лекарств. Ему удалось сорваться с цепи. Вы ввели препарат? Нет, не успел. Как ему это удалось? Долго объяснять. Его нужно найти. Хорошо, я попробую, но я хотел бы понимать, что будет со мной. Держите язык за зубами, я вас вытащу. Хорошо, я понял. Кому звонили, Самарин? По-моему, я не должен перед вами отчитываться. Сомневаюсь. Опусти пистолет, Самарин. Ты же знаешь правила. Кто отдавал вам приказы по делу Рубцова? Говорите, Самарин. Все кончено. Мне никто не приказывал, я действовал по собственной инициативе. Я отстраняю вас от дела. По вашему поводу будет проведено служебное расследование. Уведите его. Что сказал Рубцов? Важно не то, что он сказал, а то, о чем он промолчал. Он что-то знает и что-то очень важное. Молодцы, хорошо поработали. Где мне его теперь искать? Я думаю, что он попытается связаться с семьей. Наверняка поехал в Минск. Ладно, действуйте. Подключите людей сколько надо. Найдите его. Есть. Портнов, я предлагаю вам работать на нас. С вашим руководством я договорюсь. Оля, введите товарища Портнова в курс дела. Ты работаешь на СИП? Уже 2 года. А если я откажусь? Истомин всегда добивается того, чего он хочет. Я очень испугался за тебя. Ну, тогда целуй меня. Быстро. Это приказ? А ты как думаешь? Привет. Привет. Как ты? Нормально. Это его жена. Жена Рубцова. А кто это с ней?
Понятия не имею. По всей видимости, он к ней неравнодушен. Что случилось? Пойми, я волнуюсь. Скажи, что происходит. Этот звонок не уходит у меня из головы. Голос. Ну, прям голос Андрея. Если бы меня не предупредили заранее, что будет звонить человек и представляться им, то я бы... Прости. Я не могу смотреть, как ты себя терзаешь. Пожалуйста. Не можешь, не смотри. Это же не твоя главная боль. Это наша боль. Это наша боль. После этого звонка я проконсультировался со своими друзьями в погонах. Ты узнал что-то? Нет, но они считают. Человек, который звонил, может быть опасен. Но и те, кто побывал в горячих точках, появляется посттравматический синдром. А я боюсь за тебя. За Алину. Я боюсь потерять вас. И ты это прекрасно знаешь. Давай за ними. Думаешь, он здесь появится? Уверена. А как же он сюда пройдет, если мы все перекрыли? Ты еще не понял, что для него это семечки? Мне кажется, что ты переоцениваешь его способности. По-моему, ты недооцениваешь его подготовку. Алина! Мама! Привет, моя хорошая! Привет! Здравствуйте, дядя Лёша. Как день прошел? Хорошо. Слушайте, У-у-у. Нас в воскресенье Антон приглашает к себе домой. До самого вечера. Разрешаете? Конечно нет. Что за вопрос? Марин, перестань. Все детей пригласили, все идут. А она почему нет? Конечно, должна идти. Только под присмотром взрослых, ясно? Хорошо. Хорошо. Дядя Лёша, мы в кино опаздываем. Давай. Что случилось? Ничего. Показалось. Ты заметил? Что? Она его увидела. Послушай, Уля, у тебя паранойя. И здесь везде наши люди. Если бы он на пушечный выстрел подошел к школе, его бы сразу засекли. Пусть мне дадут видео со всего этого сектора. Полтора года прошло, мне кажется, что я его вижу. Марина, ты же понимаешь, что этого не может быть. Я думаю, тебе нужна медицинская помощь. Мне не нужна никакая помощь, Алексей. Они уезжают. Это он.
Смотри. Пятый прием. Пятый на связи. Наблюдаем объект. Движется в вашу сторону. Вы его видите? Первый объект наблюдаем. Упустили. Ну и куда он теперь пойдет в таком состоянии? Ни дома, ни семьи, ни имени, ничего нет. А ты не слишком о нем беспокоишься? В смысле? Ну, я имею в виду, это профессиональный интерес или так, личная забота? Вообще, очень много вопросов по этому Рубцову. Кто он такой, откуда он взялся? Где он был целый год? Как он прошел по территории, где ни один европеец и полчаса не продержится? Он не сможет без лекарств. Нужно взять под контроль все аптеки и все больницы. Простите. Мужчина, вам плохо? Как вы себя чувствуете? Вам плохо? Вам плохо? Учитель, он пришел в себя. С возвращением в наш мир, солдат. Бог вернул тебя. Сколько? Сколько я без сознания? День, два. Много. Много дней. Полгода назад, когда мы с Миваном нашли тебя под завалом, твоя душа висела между небом и землей. Но, видимо, твое время еще не пришло. Где? Где? Убили твоего друга. Мы похоронили его. Остальных тоже. Мне нужно идти. Ты никуда не уйдешь. Здесь кругом люди голами. Я не могу подвергать вас опасности. Мы не боимся смерти. Он сжег мой дом, мою церковь. Убил родителей Мивана. Хоть они мусульмане были. Тихо, тихо. Я понимаю, тебе больно. Это потому, что осколок у тебя в голове. Это поможет. Боль отойдет, но опять вернется к тебе. Тебе придется жить с этой болью. Сколько? Сколько мне с ней жить, отец? Если осколок не убрать, то полгода, год, а может и чуть больше. А потом? Потом. Потом придет смерть. Но в Боге жизнь бесконечна. Что ж ты так мучаешься, парень? Из дома, что ли? Дома, а? Дома, а? Дома, а?
У меня нет дома. А, бывает. Я вон тоже третий год на помойках обитаю. Дочка с зятем выгнали. А оно и правильно. Не могу я без этого дела. Далеко собрала? Что тебе надо? Дай мне пройти. Подожди, подожди, что? Мне кажется, она с нами поедет. Отпусти меня! Вы что, прокатишь? Чего, что может меня бросить? А, не получится. Да отстань ты от меня! Я тебя предупреждал. Так ты сама напросила. Давай ее в машину. Слушай, научу тебя хорошим манерам. Отпусти меня! Так, тихо, тихо, не дергайся. Оставь ее. Отстань от меня. Чё? Ты мне? Тебе. Оставьте девушку и уезжайте. Ну, бомжи борзые стали. Ты бомжара. Парень, ты куда? Они ж убить могут. Милиция! Так, все. Отпустили ее, дергайте отсюда. Ну? Ребят, ну не надо, ну пожалуйста! Иди там! Стой! Отпустите девчонку. И валите отсюда. Я не понимаю, ему мало, да? Что ты делаешь? Гад! Тихо, спокойно, все нормально. Все нормально. Стоять на месте! Руки! Ну что стоишь, смотришь? Скорую вызывай! Что-то срочное? Марина Рубцова сегодня видела своего мужа. Что происходит? Ему удалось сбежать. Но вы-то понимаете, что это значит, особенно для меня? Пока волноваться не о чем. У него серьезные проблемы с памятью, да и со здоровьем тоже. А вот что у вас с логистическим центром? Вы обещали все решить еще на прошлой неделе. Я занимаюсь этим. Я даже сделал предложение Марине Рубцовой. Вы понимаете, что это... Ваша личная жизнь меня не интересует. Вам слишком хорошо платят. И мне все равно, как вы это сделаете, но я должен знать, когда документы будут у меня. На кону стоит очень многое. Уже сегодня Игнашевич узнает о том, что его сделка с американской компанией не состоялась. Та, на которую он рассчитывал. То есть вы сделали его банкротом? Абсолютно. Так что, чтобы спасти компанию... Он сейчас готов будет подписать любые бумаги. Любой с нами договор, который позволит нам перевезти груз в Европу. А если он заупрямится? Не думаю. Он слишком любит деньги. Тогда действуйте. О Рубцове не беспокойтесь. Мои люди присмотрят за ним. На всякий случай. Спасибо. Можете идти. Мы его нашли. Он в участке, доставлен туда за драку. Не дайте ему уйти.
Вы же понимаете, живым он нам не нужен. В протоколе распишитесь. Твой. Хорошо. Пусть будет мой. Сиди и не дергайся. Извините, Рубцов, мы боялись, что вы сбежите. Вы знаете этих людей? Знаете, на кого они работают? Нет. А, по-моему, знаете. Слушаю. Вы его взяли? Да, он у нас. Скоро будем. Генерал Истомин, рад личному знакомству. Рубцов, майор в прошлом. Ну, с Портновым и со Смирновой вы знакомы. Это наша группа. Добро пожаловать в СИП. Вижу, вы не потеряли форму. Я так понимаю, что если бы не ваши романтические наклонности, мы бы долго искали вас. Уверен, романтика здесь ни при чем. Он просто хотел с нами поговорить. Хотел. Хочешь сказать, ты специально устроил эту драку? Там множество камер видеонаблюдения. Он знал, что мы его найдем. Прошу садиться. Да, расшевелили вы осиное гнездо. Мы были уверены, что Бриннер погиб во время вашей операции. Как видите, не погиб. О чем вы хотели поговорить с нами? Мне нужна информация. Что мы получим взамен? Бриннера. Вы собираетесь убрать его в одиночку? Да, собираюсь. Только так я смогу вернуть свое имя. Недооценивать Бриннера глупо. Вы сами это прекрасно понимаете. Ваша группа погибла, Малышев тоже. Малышев мертв. Я кое-что вам покажу. Вы знаете, как Галани взорвал смертника в вашем вертолете? Бриннер передал Галани спецоборудование для дистанционного подрыва. Взрывное устройство управляется через спутник, находящийся на низкой орбите. Наводится при помощи маячка на цель. Выходит, что он испытывал оборудование на вас, подорвав смертника в вертолете. И еще кое-что. Американцы предоставили информацию о захвате группой Галани радиоактивных материалов в Пакистане. По оценке наших специалистов, этого материала хватит для изготовления 5-6 грязных бомб. А учитывая оборудование Бриннера, нам понятно, что он задумал. Остается вопрос, когда и где. Я предлагаю вам работать в нашей группе при поддержке всех спецслужб наших стран. Это суть нашей организации. Вам одному, майор, их не одолеть. Бриннер и Галани почти на год исчезли из нашего поля зрения. И сейчас мы уверены, что они на финишной прямой. Поэтому любая ошибка с нашей стороны в данной ситуации будет стоить очень дорого.
У вас Крот, который работает на Галанина и Бриннера. В такой ситуации я предпочитаю работать в одиночку. Жаль. Я думал, что мы договоримся. В таком случае вы вне закона. Если вас возьмут, мы вмешиваться не будем. Вы что, просто так отпустите его? Смирнова совершенно права. Он знает больше, чем говорит. Пойдемте, Рубцов. Я же сказал, у вас Крот. Я вас услышал. Ему надо дать больше времени. И, возможно, он выведет нас на Бриннера. Работаем дальше. Здесь остановись. Подождите, Рубцов. Я видела вашу жену. Она красивая женщина. И у вас замечательная дочка. Почему бы вам не поговорить с ней? Считаете, что она предала вас? Это вас не касается, извините. Понимаю. Еще один вопрос. Мне показалось, вы что-то вспомнили, когда Истомин говорил про Малышева. Это тоже вас не касается. Я поняла. Вот, тут лекарство я специально для вас подобрала. Хватит надолго. Боюсь, они уже не понадобятся. Монах, который меня спас, сказал, что я больше полугода не протяну. Кажется, он был прав. Ладно, мое время кончается. Рубцов, я хочу, чтобы вы знали. В любой ситуации вы можете на меня рассчитывать. Первый, все в порядке. Объект под контролем. Вижу его, сверну в переулок. Второй, встречайте на соседней улице. Не вижу его, третий. Куда он делся? Не понимаю, только что был здесь. Первый, мы его потеряли. Открывайте, Лимонов. Это я. Странно, что вас отпустили, Самарин. Отпустили. Вы издеваетесь? Мне объявили о неполном служебном соответствии. Скорее всего, заведут уголовное дело. И все из-за документов по Рубцову, которые вы мне дали. Присядьте. Вы сами виноваты. Я передал вам ампулу с лекарством. Вам оставалось только ввести препарат.
Вы хотели убить его моими руками? Но это решило бы все наши проблемы. И мои, и ваши. А если я вас сдам Сиву? Чаю хотите? Нет, спасибо. Вам никто не поверит без серьезных доказательств. В нашей профессии Самарин. Дурак опаснее предателя. Да и, насколько я знаю, у вас жена, двое детей. Ну, не стоит подвергать их жизни опасности. Ну что, ты поела? Давай чистить зубы и спать. Ну, мам. Никаких мам. Завтра рано в школу вставать. Я не хочу. Бегом. А папа всегда разрешал. Ты еще тут? Зло. И его надо остановить. Надо. А то он придет в каждый дом на этой земле. И к христианам, и к мусульманам. Тогда ты понимаешь, почему я должен уйти. Он здесь. Я же сказал, трупа нет, значит живой. Давай на выход. Ведите полковника. Поднимайся. Джафар. Их надо запереть. Повеселимся завтра. Идем. Хорошо, что ты жив, майор. Мне уже немного осталось. Пытался бежать. Неудачно. Ноги не чувствую. Где мы? Где-то в горах монастыря. Точно сказать не могу, где. Ты знаешь, почему мы еще живы?
У Галани есть любимая забава. Он заставляет пленников стрелять друг друга. Снимает это на видео, а потом отпускает. Уверен, с нами он сделает то же самое. Значит, умрем вместе. Я уже все равно не жилец. Гангрена. Проживу день, может, два. А ты можешь отсюда выбраться живым. Слышишь? Ты должен. Нас предали. Ты должен разобраться в этом, майор. Поэтому ты должен согласиться. Ты должен убить меня. Здесь есть подземный ход. Он может вывести вас отсюда. Только быстрее. Нужно уйти до рассвета. Ты должен пойти один. Нет, полковник, я тебя здесь не оставлю. Один. Вдвоем мы не выберемся. Обязан это приказ. Сделай это, черный пес. Прощай. Иди. Иди. В чем дело? Все в порядке. Все в порядке, он со мной. Оставьте его, это мой знакомый. Это ты? Да. Ты что здесь делаешь? Я здесь работаю. Тебе плохо? Все нормально. Я помогу. Пойдем. Пойдем. Что-то не так, командир? Да нет, все нормально. Летим домой. Тебе соскучилась. Я тоже. Прости. Прости меня, я... Я должен идти. Куда? Уже поздно, останься. Я не тот, кто тебе нужен. Марина Рубцова? Да, а вы кто? Меня зовут Ольга Смирнова. Я сотрудник службы информационной безопасности. Хотела бы задать вам несколько вопросов о вашем муже. Мой муж, Андрей Рубцов, погиб. Подождите, в последнее время никто не интересовался вашим погибшим мужем? Несколько дней назад приходил ко мне офицер. Сказал, что он из Министерства обороны. Показал мне фотографию неизвестного мне человека. Сказал, что этот человек может звонить мне и представляться Андреем. И вам кто-то звонил? Да, был странный звонок. Это был голос вашего мужа? Я не знаю, но был очень похож. Это
Это тот офицер? Нет, ко мне приходил другой. Как он представился? Кажется, майор Звягин. Спасибо вам большое, вы очень помогли. И хотела бы вас попросить о нашей беседе не распространяться. Подождите! Мой муж жив? Ну? Ну что, опознание приводил не Самарин, а некто Звягин. Возможно, это тот самый человек, который пытался убить Рубцова возле отделения полиции. А если он служил в армии, можем пробить его по базе. Да. Нужно еще раз допросить Самарина. Возможно, он знаком с этим Звягиным. Информацию о Рубцове получил именно от него. Хорошо, сделаю. Привет. Привет. Как ты? Хорошо. А с кем ты там разговаривала внизу? Кто это был? Да никто. Просили подписать какие-то документы насчет Андрея. Компенсация. В общем, я отказалась. Правильно сделала. Марин, я хотел бы с тобой поговорить. Ты знаешь, мне кажется, нам нужно... Леша, ты случайно не знаешь, что случилось с папой? А что случилось с папой? На него жалуются клиенты, он не отвечает на звонки. И я пыталась сама ему позвонить, но он бросает трубку. Хочешь, я сам с ним поговорю? Нет, нет, не надо. Кстати, я не могу найти документы по сделке с американцами. Зачем тебе документы, Марина? Ну, я хотела убедиться, что там все в порядке. Там все в порядке. Леша, я чего-то не знаю? Марина... Иногда хорошо чего-то не знать. Поверь мне. Но они мне нужны для работы. Эта сделка тебя больше не должна касаться. Марина, о тебе и о нашей дочери есть кому позаботиться. Верь мне. Она не твоя дочь. Надеюсь, она дочь моей будущей жены. Да. Нам нужно встретиться, это срочно. Хорошо, через полчаса в парке. Приветствую вас. Вы сделали все, что я просил? Да, все в точности. Но, если честно, я не могу поручиться за Игнашевича. А Марина, его дочь, постоянно спрашивает об этой американской сделке. Вы думаете, он все мог рассказать дочери? Я не знаю. Но, если честно, я не смогу их сдерживать до бесконечности. И еще. У меня будет к вам просьба. Мне нужно окно в Европу. И паспорт на другое имя. Вы понимаете, зачем мне это нужно? Хорошо. Но я хочу, чтобы вы знали. Вполне возможно, Рубцов может выйти на вас. В смысле? Не надо паниковать. Скоро все закончится. Я пришлю своего человека, он заберет документы у Игнашевича. А вы должны сделать так, чтобы все прошло без осложнений. Я все сделаю. Но и вы, пожалуйста, не забудьте о моей просьбе. Вы получите документы и окно на выезд, как только грузовики пересекут границу.
что все так серьезно, что решил приехать лично? Сип прислал своего человека. Пришлось действовать осторожно. То есть вы его упустили? А кто он? Выяснили? Один из тех, кто гонялся за вами в Сирии. Назвался майором Рубцовым. Все это маловероятно, генерал. Гальяни утверждает, что он всех уничтожил. Я тоже так считал. А есть предположение, где он сейчас находится? Вероятно, где-то здесь, в городе. Сип его тоже ищет. Сип. Отлично. То, что этот Рубцов в бегах, это даже кстати. Теперь вы сможете нейтрализовать его. Они что-нибудь знают про нас? Нет, но операцию все-таки лучше отложить. Хотя бы на время, пока мы с ним не разберемся. Это невозможно. Вы его упустили, так найдите его. Я не хочу, чтобы кто-то путался в меня под ногами, особенно сейчас. И учтите, документы по логистическому центру мне нужны сегодня. Надеюсь, с этим проблем не будет? Не будет. Через 2 часа документы будут у вас. Пап, ну что происходит, а? На звонки не отвечаешь, дома не ночевал. Ну, что с тобой? Нас подставили. Все ложь. Это что это? Отчет по сделке с американцами? Пап, это что такое? Они меня обманули. Они провели меня как мальчишку. Сделка с американским фондом – это фикция, понимаешь? Фикция! Подожди, а как же страховки по вкладам? Все документы липовые. Мы перевели деньги на подставную компанию. Сколько мы потеряли? Все. Это же больше, чем все. Намного больше. Подожди, этого не может быть. Мы не можем так просто это... Пап, мы пойдем в суд. Я поговорю с Алексеем. Да ты что, не понимаешь, что именно он это устроил? Да зачем ему это нужно? Зачем? Вот зачем! Это что? Прости меня, дочка. Я сделал очень хорошую вещь. Папа, что ты сделал? 3 машины к служебному входу. 2 со мной, остальные на лестницу. Есть. Есть. В общем, когда все это началось, Алексей сказал, что один американец, Принер, может спасти нашу компанию, если... Что они попросили, папа? Я не могу тебе сказать, но все находится здесь. Все здесь. Николай Федорович, вам пришли. Хорошо, пускай поднимаются. Все, они... Они приехали за этим. Дочка. Дочка. Ты должна... Возьми кейс. Он не должен попасть в чужие руки. Ты поняла? Поняла. Ты поняла? Поняла. Пожалуйста, передай его в КГБ, в МВД, куда-нибудь. Папа, только, пожалуйста, беги! Папа, беги быстрее! Папа, стоп! Убегай!
Вы документы подготовили? Где документы? У нас мало времени. А документы вы не получите. Передайте вашему хозяину, чтобы он пошел! За ней живо. Не надо никуда звонить. Сядь. Не дергайся! Пусти меня! Пустите! Мы ее взяли. Кейс у нее? Так точно. Отлично. Ведите ее ко мне, живо. Принял. А сделайте мне, пожалуйста, чаю. Это второй, выходим на лестницу. Иди сюда. Быстрее идем. Седьмой принял. Седьмой, что там у тебя? Седьмой! Седьмой! Привет, майор. Седьмой в порядке. Отдыхает. Это кто? Я думаю, ты меня узнал. Ну, ну, быстрей! Твоя машина! Там! С тобой все в порядке? Андрей, ты живой? Живой, живой. Нам нужно уходить как можно быстрее. Садись в машину. Скажи мне, что происходит! А ну, стоять! Далеко собрались? Может, меня подвезете, а? Ну что, черный пес, теряешь навык? Видишь, как легко тебе оказалось можно просчитать? Бросьте оружие, Звягин! Вы кто? Я сотрудник СИП Смирнова. Эти люди в нашей компетенции. Эти люди опасные преступники. Они вынесли документы, которые я должен был реквизировать. Бросьте оружие и отойдите назад. Действуйте, Рубцов. Уезжайте. Прости, Портнов, что так вышло. Здесь в телефоне вся информация. Я их сфотографировал. Кого? Бринера и Лимонова. Это они все устроили.
Останови машину! Останови машину! Стой! Стой! Не подходи, не трогай меня! Тихо! Где ты был все это время? Где ты? Я был далеко, долго объяснять! Вернулся пару дней назад. Почему ты ни разу не приехал ко мне? Почему ты к нам не приехал? Я видел тебя с ним. Я думал, ты с ним счастлива. Он все время был рядом со мной, как друг, понимаешь? Как близкий друг. И я теперь не знаю, кто этот человек. Кто эти люди, я не знаю. Мне надо папе позвонить. Нет, нет. Почему? Что его убили? Не молчи, скажи мне! Где Алина? Алина где? В школе. Где мама? Мама ждет нас дома. А мы сегодня поедем на каток? Нет, сегодня нет. Но ты обещал сегодня. Алина. Я обещал. И завтра мы обязательно сходим с тобой на каток. Но сегодня мы поедем домой, хорошо? Хорошо. Просто я очень занят. Она у нас. Это фото сделал Самарин несколько часов назад. Выходит, за провалом нашей операции стоит Лимонов. Да, видимо, он с Бринером заодно. У Лимонова была своя группа боевиков. Возглавлял ее Звягин. Уволен из армии более 10 лет назад. Это он пытался ликвидировать Рубцова в отделении милиции. Он же проводил его опознание и дал ложную информацию Самарину. Думаю, Бринера он подменил по указанию Лимонова. В Афганистане Лимонов спас мне жизнь. Мы попали в плен к маджахедам, Галани. Вы были в плену у Галани? Да. Но сбежали. Я был ранен. Петр Лимонов несколько дней нес меня через горы. Факты – упрямая вещь, товарищ генерал. Хорошо, работайте с Рубцовым, а с Лимоновым я разберусь лично. Анна Павловна! Здравствуйте. Здравствуйте. А где Алина? А ее только что забрал ваш муж Алексей. Ее Алексей забрал. Здравствуй, Петр Константинович. Здравствуй, старый друг, садись. Просто серебро. Выпей что-нибудь. А я выпью. Ты мне скажи, Петь. Как ты докатился до такой жизни? Докатился. Я докатился. Ты что думаешь, я за эти 30 серебряников продался? Помнишь, как мы с тобой попали в плен к Галани, и он предложил нам сделку?
что отпустит, если один из нас пристрелит другого. Я помню, что мы отказались. А я... нет. Жить я хотел, Вить. Я сказал, что согласен, что убью. Но только не тебя. Игла не согласился. Они привели солдата, срочника. Я даже лица его не видел, на голове был мешок. Просто выстрелил, и все. Теперь понятно, почему Гала не позволил нам бежать. Прошло столько времени, я уже забыл об этом. Я честно служил, Вить. Но мы же с тобой столько сделали, один СИП чего стоит? А полтора года назад на меня вышел Бриннер. Он показал мне запись, на которой я убиваю солдата. Они снимали на пленку. Черт бы тебя побрал! Почему ты мне ничего не сказал? Сначала не мог. А потом было поздно. Их надо остановить! И ты мне в этом поможешь! Поздно. Их уже не остановишь. Где это произойдет? В Берлине, Париже, Вене, Брюсселе, Лондоне, где-то в Европе. Я думал, меня это не коснется. А это произойдет. Ближайшие сутки ведь. Так, собирайся. Ты едешь со мной. Конечно. Ты иди, я догоню. Они уже пришли. Где моя дочь? Где Алина? Я... прости меня. Где Алина? Они забрали ее. Кто? Бриннер. Бриннер. Ему нужны документы. Марина, я ничего не мог сделать. Ответь. Это он. Дай сюда. Да. С кем я говорю? Майор Рубцов. Отлично. Вы-то нам не нужны. Моя дочь у вас? А у вас кейс с моими документами. Предлагаю равноценный обмен. Где и когда? А вы передайте трубочку Алексею. Я дам ему необходимые инструкции. Надеюсь, вы не открывали кейс и не сообщали о его содержимом своим друзьям из СИБА. В противном случае сделка не состоится. Алло. Да. Да, хорошо, я поняла. Что там? Что произошло? Звонил Рубцов. Сказал, что Бриннер взял его дочь в заложники. Разворачиваемся. И мы снова с тобой встретились, Рубцов. Я не скажу, что встреча в прошлый раз была для меня очень приятна. Где моя дочь?
Документы. Здесь все, о чем мы с вами договорились. Отправили тебе груз. Алло. Все состоялось. Отправляйте груз. Отпустите нас. Пожалуйста. Мы просто уйдем, никому ничего не скажем. Я боюсь, это невозможно, и вы это хорошо понимаете. Увидите их. Идем. Алексей. Еще нужна ваша помощь. Мне кажется, я сделал все, о чем мы с вами договорились. Хотел бы получить свои деньги и смотаться отсюда. Но вы же понимаете, что свидетели нам не нужны. Но речь не только об этом. Вы должны сделать так, чтобы в городе за руль грузовика сел Рубцов. А потом вы получите все, о чем мы договаривались. Рубцов не отвечает. Я считаю, что самое разумное, что он мог сделать, это приехать сюда и отдать документы, которые он получил. Но он этого не сделал. Ты понимаешь, что происходит? У нас мало времени. Галани и Бринер собираются устроить теракты по всей Западной Европе. А по-моему, он просто хочет спасти свою дочь. Да? А о других он подумал? Возможно, погибнут тысячи, десятки тысяч человек. Все, он отключил телефон. Скорее всего, избавился от него. Теперь мы не сможем его отследить. И что нам теперь делать? Ждать. Мы должны ему довериться. Границы перекрыли? Так точно. Портнов, выезжайте на место. Ваша задача — захватить грузовики и не дать связаться ни с Галани, ни с Бринером, потому что они могут взорвать бомбы дистанционно. Выполняйте. Есть. Покажите последние сводки. Будь осторожен. Открывайте. Выводите ее. Давай, вставай. Мы давай, никуда давай, не пойдем. Выходи, либо останешься в этом фургоне. Вставай. Алина? Говорю. Папа! Андрей! Андрей! Делай так, как они говорят. Иди сюда, не бойся. Не бойся, милая. Сядь. Иди сюда. Слушай меня внимательно, Рубцов. Через полчаса, как только фургон доедет до города, ты сядешь за руль и будешь следовать нашим инструкциям. Если что-то пойдет не так, им конец. Я все понял. Что с нами будет? Все будет хорошо. Через 3 часа мы вас отпустим. Что будет с Андреем? Лучше подумай о своей дочери.
Где мы сейчас? Через 20 минут пересечем границу. Отлично. Караван на удалении 1.5 километра. ГАИ на месте? Так точно. Хорошо. Тогда всем приготовиться к захвату. При задержании действовать максимально быстро. Никто не должен никому ничего успеть сообщить. Сделаем. Все, ждите команды. У вас все готово? Да, все готово. Отлично. Тогда работаем. Хорошо. Я на месте. Они скоро будут здесь. Ненавижу тебя. Ненавижу. Ты мне все время врал. Успокойся. Куда мы едем? Это тебя не касается. Вы хотите его убить. Останови машину. Заткнись, иначе мне придется применить силу. Лейтенант Иванов, документы. Выйдите из машины. Командир, что-то не так? Я хотел бы осмотреть груз. Это невозможно, груз опломбирован. Пошли! Делайте, что вам говорят. Давайте саперов. Пусть поднимается сюда. Оля, я на связи. Что там у вас? Мы нашли бомбы. Они не успели их активировать. Рубцова и его семью нашли? Рубцова и его семьи нигде нет. Значит, есть еще один грузовик. Что ты имеешь в виду? Есть четвертый грузовик. Думаю, что Рубцов и его семья находятся под контролем. Там. Спасибо, ребята. Хорошо поработали. Уверен, они попробуют взорвать этот грузовик на нашей территории. Теперь вся надежда на Рубцова. Что с... Эй, ты! Давай ближе.
Мы обнаружили Бринера. Движется в сторону границы. Посадить его? Нет, пока не свяжется с Галани, ничего не предпринимать. Да, слушаю. Операция вышла из-под контроля. Он захватил грузовик. Что мне делать? Скажите, где вы? Рядом с развязкой. До города не более 5 минут. Алексей, вы должны провести его в город. А потом попробуйте от него оторваться. Это в ваших же интересах. Я вас понял. Галиани. Галиани. Yes. Вы не должны звонить сюда. Галиани, у нас изменились обстоятельства. Нужно действовать. We don't have Все to. Должно произойти немедленно. Вы должны активировать спутник. Yes. Да. I understand. Да, я понял. Активируй бомбу. Быстрее. Они активировали бомбу через спутник. Мы можем заблокировать сигнал. Но на это потребуется время. Они используют квантовый канал связи. Координаты Галани получили? Так точно. Управление спутником ведется из этого района. Отправить координаты на военную базу. Координаты отправлены. И отдайте приказ на захват Бринера. Борт 4213, прием. Следуйте за мной на аэродром посадки. В случае отклонения от маршрута будет открыт огонь на поражение. Нас обнаружили. Give it to me. Выполняйте указания. Вас понял. Начинаю снижение. Поднимайте самолеты. Что происходит? Они блокируют наш сигнал. Возможно, перехватили разговор с Бринером. Подключайся через запасной канал. Они пытаются задействовать резервный канал. Авиация далеко? На подлете. Приказываю уничтожить базу террористов. Уничтожить цель. Протокол 4. Вас понял, приступаем.
до цели. На гроб! Поздравляю. Операция прошла успешно. Интересно, каким образом маячок оказался в кейсе Бриннера? Это ты сделала? Да. Очевидно, Рубцов справился со своей задачей. Не люблю, когда меня держат за дурака. Прости. Я правда очень за тебя волновалась. Послушай. Я решил, если все пройдет удачно... В общем, я хочу сделать тебе предложение. Что? Как-то неожиданно. Понял. Выглядит глупо, да? Я обещаю подумать. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну что, как себя чувствуете? Что врачи говорят? Говорят, жить буду. Мы нашли Малышева, вернее, место, где он похоронен. Тело на днях доставят на его родину. Это я виноват, не надо было его там оставлять. Перестаньте. Его убил Галани. Вы поступили так, как поступил бы любой из нас. Еще вам привет от монахов и настоятеля монастыря. Он жив? Да. Галани там больше нет, монастырь восстанавливают. Ты была в Сирии? Пару дней. Рубцов, спасибо вам большое за отличную службу. Истомин поручил мне сделать вам предложение. Работать на СИП. Спасибо, но это работа не для меня. Ну, тогда выздоравливайте. Может быть, вернемся к этому вопросу позже. Спасибо. Думаешь, он согласится? Такие, как он, долго не могут без настоящего дела. Нечестно шептаться. Я просто сказала папе, что я его очень люблю. Я тебя тоже люблю, пап. Я вас люблю.